привет. Мы приехали на пляж Фламинго, ехали на автобусе, вышли на улицу Новая. Сейчас будем искать, как нам идти на пляж. Вот мы видим, какой-то есть выход на пляж, но попадем ли мы туда или нет, мы не знаем. Ждем, вот когда загорит светофор. А вот как раз здесь стоит стрелка, что это выход на пляж Фламинго. Так вот мы спускаемся вниз. Кто любитель горячей кукурузы, пожалуйста, уже готовая. Ну, 50 рублей стоит. Вот это кому Фламинго? Не пойдем в столовую смотреть? А, что ее смотреть? Там пахает. Так, мы идем дальше. Сразу же объявление, что сдаются номера, автобус. Так, надо перейти по подземному переходу. Ох, тут все капает сверху после дождя. Хорошо, что не затопило. Вот мы и вышли. Вот. Здесь вот находится столовая. О, молочные коктейли. Ох, какая тут красота. Волны. О. То, что доктор прописал для туристов. О, как там. Вот это да. Вот там столовки сидеть с краю. Вот тут как красиво. Ну, где волна морская? О, как! Вот сейчас будет хорошая волна. О! Да. Ну, зрелище вообще просто завораживает. О.
Вот такие здесь волны. Так что все, кто любит волны, приезжайте на пляж Фламинго, когда шторм. Так вот, море успокоилось немного. Но это не то. Голубовато как-то. Да, вот туда пойдем сейчас. Ох, там страсти какие. Так, волна набегает. Вот такой здесь шторм. Такие здесь волны. Ну что, меня уже волной обмыло. Я уже мокренький. В рот попала соленая. Я не знаю, там что-то мелкое уже. Волна. О. Тут надо чехол на камеру бы убрать. Закрывать ее. Уже меня там облило. У меня уже создается такое впечатление, что это море живое. Оно недовольно вот этой преградой, которую ему поставили. Оно его долго так хочет снести и проложить себе путь, да, вперед. Да? И снести железную дорогу? Ну, это уж как получится. А как ты будешь сюда приезжать? Нет, подожди. Но море-то все равно железная дорога, же не железная. Ему вот развернуться негде, и он вот эту вот преграду хочет снести. Как будто кулаком по ней бьет. Понятно. Ну, вообще зрелище, конечно, просто завораживающее. Вот прям невозможно от того, что сегодня декабрь? Это пошла, о какая. О, вот это я понимаю. Вот так вот выглядит пляж. Такие волны завораживающие.
мощь какая пошла. О. Так, мы прогуляемся дальше. Красоту волн. Ну как я, Светлана? Вообще вот просто уходить не хочу. Так завораживает. Да? Так, надо еще приехать. Это можно смотреть до бесконечности. На этот разгул стихии. Меня обкатило с ног до головы. Это стихия. Здесь купаются, люди купаются, да. Но здесь уже не те волны. Это уже так. Это показать, как люди отдыхают. Здесь вот так вот засыпали брешь, которая размыла водой. Там железная дорога уже проходит. Еще чуть-чуть и железную дорогу смыло бы. Надо отсюда убираться. Опять накрыло волной. Еле спас камеру. Ох, тут разбушевалось-то море-то, а? Бушует море. Ой. О. О, как оно. Светлана мечтает, чтобы ее эта волна накрыла с ног до головы. Так, ну что, насладимся еще минутками вот этой волны.
так я и не купался, там постоял, у меня накрыло водой. Так, еще одна волна надвигается. О. Нет, она там вот вдали. О! Вот это да! О! Вот это волны. Ну, давай еще разок. О, ну это столбовато. О, какая красота. Ну что, мы вам показали, что происходит на пляже Фламинго, как он выглядит. Поедем дальше снимать еще материал.